такими же ручками. Вот сейчас я буду чумарная и полезу в воду. Панкова, Люба, я тебя знаю. Да. Учились вместе. Давай поцелуемся. Сегодня вы из Австрии. Все снято. Все снято. Да. Да. Сделали подарок для этого человека. Так нет, это вообще уже в таком возрасте. Ну, какая же это было там. Снимаем компромиссу. Ну, например, второй раз болела. Ну, тебе нужно какую-то. Мы больше не делали. Может, мы порежем на второй раз фольгу тоже засадим? Спасибо! Смотрите меня. Ой, спасибо. Ой, не, на нашем краю есть. Да. Уже слышишь, мать? У тебя как курица будет. Как курица для вам. И же сажу все. Ну что, папа, думаешь? Что ты я видела, я их вытерла в полотенце. Солнце пошло на нашу сторону. Косточки не выбрасывайте. Там уже сказали. А да? Собирай горку вообще. Нет, не выбрасывай. Куда? Надо кому-то делать. Сами переводим. Видели? Надевай. Надевай. Каждый говорит, что я не салатка. Картошку всем достали? А меня тут такой нету. Ну так, я к ней вот то, что здесь сидит. Надо было туда идти. Я даже никто не наливал мне. У нас еще налетел. Ребят, ну картошка так бы. Вот, я снимаю. Давайте. Моя, это Лена. Лена, у тебя есть? А это что? Люба, у тебя есть залитая? Даня, у тебя что там было? Пошли, это сурово. Хорошо, а как твои фотографии? Это Брюхова! Мы пьем одно. Я-то думала, что ты тогда для расширения.
одно. А как их будет? Одно. Одно. Кто? Кто? Кто и как? Кто где когда? Здесь, сегодня и... Да. Ну, почаще, да? Ну, в принципе, можно и почаще. Знаете, я вам хочу сказать, что в нашем классе была традиция. Собираться там через 10 лет, ну как бы, да? Ну это просто это долго. Сейчас в нашем возрасте мы пересмотрели эти как бы нормы и чаще будем собираться. Да, неделю назад. Да, потому да. что... И под, это самое итоги за год подводить. И давайте определимся за какое число, чтобы уже это самое... Мы знаем, что и как. Да, нет, вам лето, что приезжает. Не, ну вот Люба, например, на Люба. Лето надо, когда у нее каникулы. Вообще с работы. Держи. В любой момент. Нет, я договорилась. Да, ребята, я вам хочу сказать, какой расклад был раньше. Вот раньше приезжали, допустим, приезжали Вася Даниленко. Ну, я всегда мог приурочить. Да, надо покороче, а потом что-то. У него почти уже. Привет, Руля. Ты нас увидел? Нет, офигенно. А мы напротив вашего дома. Вот тут где вот эта палаточка. Где палаточка вот эта вот. Да. Львовские. Да, 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 вот это. Да, да, да. Вон там одна уже Я тут же. Сейчас я кондос на тему. Ну После меня еще и вытирается. Ты посмотри на меня. Да говорит, Лариса, я начну выпачкала. А ты таким не остается? Да. Имей право. Ну, покажи мне права. Удостоверение, что мы с тобой за одной партией. Ничего не знаю. Ой, хорошее вообще такое дело. Покажи права. Надо напомнить. Надо позвонить в Киев. Я понял. Мы к Наде ходили, а у нее была такая, что у тебя черешня была, да? Выплатил по всем вкладам, что я вам разбираю. 5100 рублей. Я еще у меня мама на Конечно, я же не разбираю.
Не Давай лучше на сходку. Что ты мне сегодня делаешь? Я скажу. Я вышел еще с вами на вкус спанькался. Поменялось. Я что, снимаешь? Я их обоих забрал. Все кто на домой берется? Ну, те уже самостоятельно. Все нормально. Так, бабушка приехала. Да, и все. И все, на этом все показали. Вот только огня нет, угля нет уже. Да. Там, что мы сейчас уже добавили, мы стали, там нет. Как-то раньше интереснее было. Правда, старею. У вас интерес пропадает. В возрасте это интересно. А сейчас еще интереснее. Что там осталось? Хорошо. Вот осталось у меня. Давайте сфоткаемся. Давайте сфоткаемся. Не, вот сюда. Вы взяли на лавочку. Нет, стой, стой. Вот там лавочка, вот там лавочка. Вот все одели, стоят. Я сейчас одену. Полюбите меня сзаду. Куда садимся все? Туда садимся. Солнышко оттуда, мы все снимаем туда. Григорий, сюда, сюда, сюда. Так, а с кого фотографии ты делаешь? Да, иди сюда. Проси. Садись, вот так, так. Не прыгай. На первой лавочке, Доля. А вы уже пенсия. Нет, на первой нет. Нет, слышите? Долик, я кушаю. А вот зеленый. Так, внимание. Это бедный замерз. Вот красная точка, съемка идет. Красная точка, съемка идет. И запись это не все. Толик, запись идет, поприветствуйте. Скажите ура. Ура! Дорогие одноклассники, съемка идет. Полный фон. Ушетка. Хорошо. А мы на Гришу садимся. Я сейчас сверху. Поплечины тут были. Давай ногами. Еще чего не хватало. Я посреди. Да. И скажите, ура, скажите, ура, ура. Нет, пусть... Там засновят. Да, да. Это действительно, чтобы все так круто было. Да. Как хорошо снимать. Там могут быть, вот, Васик, Анастасов будет видеть. Все, и все, тишина. Кто у кого есть фотоаппараты, нет, снимайте. Кто отсутствует? Потому что я чуть-чуть трезвый. Звуки хорошо пишет, там хорошие. Звук пишет. Хорошие записывающие. Ну, доступ, я посмотрю. Нет, видите, кто же надо говорить. Рожки. Рожки все снимают. Рожки, ножки. Разговорка. Я подождите, между валями становлюсь. Не накрасилась. Еще не накрасилась. Я хочу вас снять. Что не поняла? Давай я тебя сниму. Нет, там еще давай я сниму. Иди. Иди в кубочку. Ты мне покажи, куда у Толи все. Все бежит. Там где? Иди, иди. Только что он такой двигающий. Гриша, иди, иди. Гриша, иди. Я сниму. Памяти нет. Память. Ну, память, подождите, а что с тобой? Ух ты, снизу надо снимать. Так, внимание. Палка мешает. Это будет зачаточная свечка. Кто потерял? Палка мешает. Ой, у меня рот должен. Хорошо. Все,
Подожди, а компромат? Ой, блин! Коля, сидеть! Чего с вами усидишь? Уронят! У меня еще не такой, у меня еще старотребный. Значит, смотри, ты... Я Толя Козуля, а это Валя Пушкаренко. Я ее сердце, ну так вот, насквозь слышу. Просто ты представь, что мы все были, потому что ты просто сфотографировала, и Таня была пол головы. Стучит. И вот второго стучит. Ряда не стучит. Было. Стучит. Так, все, бегом. Это помнишь? Бриллиантовая рука. Стучит, стучит. Мне бы пиво. Лена, мы опять здесь. Давай, и чего делать? Давай, это все будем делать. Мне не видно, Лен. Сюда? Еще. А Гришу не видно. Гриша, бегом. Все, внимательно, все. Внимание, говорит армянское радио. Женщина не любит это радио. Потому что в 5 утра включается, говорит, внимание. А что он у тебя задирает экран? Правда? Проверяй. Какой у меня режим. У меня что-то подсорный, но он у меня нормально. Ой, как хорошо. Он как-то кверху поднимается. Давайте на фоне воды еще, давайте на бережку. Опять обрезано. Хватит пленки. Девчонки! Вот так. Гриш, ты не снимаешь это? Снимаю. А чтоб ты 300 лет жил? Они нам нужны. А где все наши? Люба! Сейчас зайдя. Это не моя. Не похож. Вот мне будет теплее. Ты знаешь, ты поздно сказал, я уже положила. Ох ты, боже мой. Так тебе пока наговоришь. Ну, Лизочка, остановись с нами. Я могу только говорить что угодно, но... Так, надо менять кузы. Ты не обращай внимания. Я бы с ним не прожила 35 лет. Правильно? Уже 35. Боже мой. Все правильно. А вот и 36. Да, это не важно. Сегодня будем отмечать 36. Как рука, понравилась? Нормальная? Теплая? Это был кипятильник, а не рука. Толик у нас экстравагантный такой. Леночка, снимаю. Это Лена Башко. Она училась на одни пятерки. Очень хорошо. Молодец. Она была в А-классе. Я Толя Козулин. Кто меня помнит, кто меня слышит. Учился на одни двойки. Тройки. Я уже была в позу меняли. А, у вас же вас по одному? Да, не, в интернете. Гриша. Мне старшая дочка сказала, за папу я глаза и рот поверну. Ну, это уже когда будет война. Нет. А ты пока предупреди, что... Гриша, снимай. Компрометирующие фотографии. $200 потом заплатят. Лариса все видит. Коля, там Коля есть. На нашу территорию не ходить, да, собачка? Такой тебе морду подбавил, дорогой мой. $200 это... Да. Не, 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 не попьешь, не проводишь. Супер. Класс. Yes. Давай, Гриша. Высвечивай. Мы тебя посмотрим. Ленка уже ползает. Я ж не показал эту вещь. Что ж вот это за...